Бекетаевых тут. Раз Бекетаев, два. Может, он тоже с общественников хочет дань брать? 33 тысячи. Давайте. Даешь дань Бекетаеву! А тогда отставку Бекетаеву, блин. Отмените незаконные торги. Незаконные торги отмените. Оставьте народ в покое. Уже нечего доить. Уже сколько можно доить народ? Срезать полномочия нужно вот этим вот судебным исполнителям. А то они как будто уже бары. Бояре или кто он там? Это не бандиты, это бандиты. Это вот как в 90-х были бандиты, теперь их узаконили, этих бандитов. А, так я и сказала, что делать. Сейчас. Бах, подержите, а я все тут поставлю. Вот так, чтобы... В размере 0,5% с каждого арестованного имущества. А коррупция... Судебные исполнители... Нет, что здесь только? Целые этажи бездельника! Целое министерство и снимает по 33 тысячи тенге. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного имущества. Каждое общественное объединение, общественный фонд, именно руководители только приехали мы сюда. Здесь же там зарплата. А что они зарплату получают? Давай я сяду тоже. Не может встречаться с народом. Собирать списки, да, по незаконным действиям судебных исполнителей. Там есть еще прилегающие территория к Астане. Я свой телефон напишу. Приезжайте сюда, в Министерство юстиции. Все, прямой эфир пустила. Не надо при нас делать для галочки. Все делается для галочки. Столько денег выделяется, все делается для галочки. Вы все делаете для галочку поставить, а что пиздать и все. На самом деле никакой вы не ведете. Что, неправда? Распустить юстицию! Распустить вот этих бесполезных сотрудников! Всех вот распустить! Зарплату получаете! Сократите вот всех! За вашего то как его? Стоят свою! За что зарплату получаете? Я не знаю вообще! Не знаю. Так, чтобы, блядь, для загадочности. Считаю граждан Казахстана, вы Министерство юстиции пустили на расход всех людей. Да? Люди там где-то без, не могут трудоустроиться из-за того, что заблокированы счета. Кто будет этим заниматься? Почему не хочет Министерство юстиции взять на себя ответственность и разблокировать счета граждан? Они как заблокировали, пусть так и разблокируют. Не хочет. Они делают только вид, что они работают. Сдают отчеты, что все хорошо. И дальше спокойно идут домой. Вот тем, чем они занимаются. Без маски почему ходите? А, мужчина? Где маска ваша? Ага, сейчас они. Опять пошли на это. Поэтому нужно. Что вы нас заставляете? Вон без маски все у вас ходят. Что вы прикидываете, стоите? Вы даже это никому не передавала. Поэтому я сейчас иду к министру юстицию. Либо он подойдет, пусть сам сюда. Мои полномочия власти только у меня. Никакому президенту я никогда не голосовала. Ни за... Без маски почему ходите? Почти все сотрудники без маски ходят. Вы не можете так просто. Почему? Мы позвонили, предупредили. Кого? Сейчас должен быть ответственный. Кто? Нам не надо ответственного. Нам нужен министр. Где министр юстиции? Только он решает. Только министр может решать. Мы несем службу. Откройте народу счета. Откройте народу счета. Разблокируйте счета граждан, пусть устроится на работу, растет безработица, разблокируйте счета. Знаете, я пошла к министру. Я вам не советую так делать. Да вы мне не это, как вы. Не советую.
Я у вас совета не спрашивала. Пожалуйста, если это разблокирует счета моему народу, я согласна пойти с вами в стычку. Нет, подожди, не надо, ну что, как его, хрен сюда пришли катать, что ли? Пошлите уже. Счета, разблокируйте счета. Я не буду терпеть. 30 лет мы терпели, сколько еще терпеть? А кто это правила какие? Я их не подписывал. Моя власть, мои полномочия власти только у меня. Поэтому. С таким вопросом. Где они? Где они? Они должны работать. Че так долго? Исполнителя министра юстиции Марат Бекетаев снимает по 33 тысячи тенге. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного имущества. О коррупционных схемах Бекетаева заявил правозащитник из Астаны. Тысячи тенге. Марат Бекетаев ежемесячно снимает по 33 тысячи тенге. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного имущества. О коррупционных схемах Бекетаева заявил правозащитник. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного имущества. О коррупционных схемах Бекетаева заявил правозащитник из Астаны. Тысячи тенге. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного имущества. О коррупционных схемах Бекетаева заявил тенге. Кроме того, министр юстиции имеет долю в размере 0,5% с каждого арестованного. Вы сами, наверное, даже закредитованы. Покупают через Каспирэш. Это до чего довели народ? Откройте счета всем, откройте счета, чтобы мы все могли полноценно работать. Это же наш друг. Он же в прошлый раз. Выходи! Бекетаев, выходи! Бекетаев, выходи! Бекетаев, выходи! Снимите аресты со счетов! Снимите, прекратите реализовывать жилье! Прекратите реализовывать. Вы Бекетаев? Позовите нам Бекетаева. Огромное полномочие. Вы узаконили бандитов. Бандитов, которые пьют кровь казахстанского народа. Вот сколько оказывается Бекетаевых тут. Раз Бекетаев, два. Может, он тоже с общественников хочет дань брать? 33 тысячи. Давайте. Даешь дань Бекетаеву! Тогда отставку Бекетаеву, блин. Отмените эти незаконные торги. Незаконные торги отмените. Оставьте народ в покое.